имущественные налоги платят все физические лица. Это транспортный налог, имущество за землю и имущество на объекты. Данный налог он уже давно у нас действует. Срок уплаты установлен до 1 декабря. Ссылается налоговая инспекция «Единое налоговое уведомление». Вот. На сегодняшний момент идет сейчас массовая подготовка, потому что данный налог, он, инспекция начисляется на основании сведений, которые предоставляют нам регистрационные органы, это кадастровая палата, ЕБДД. Вот. Поэтому налогоплательщики, которые, например, с этого года, у них льгота будет какая, они должны подать заявление желательно до массовых расчетов, как ФНС рекомендует, до 1 мая. Чтобы мы сейчас своевременно внесли данную льготу, и при массовом расчете уже начисления эти не попали. Вот. У нас сегодня, в 2019 году, будет расчет за 2018 год, то есть потому что по имущественным налогам у нас налоговый период год. Вот. Поэтому если налогоплательщики там увидят, что какая-то машина была в 2019 году продана, то за 2019 год мы будем только в следующем году начислять, потому что очень много таких идут писем. Льгота, если была представлена, повторно представлять заявление не нужно, то есть она будет также учитываться при массовом расчете.